вы своим состоянием своего тела куда побежали? Категорически нельзя бегать в лучшую одежду. Продолжай бежать туда. Сейчас вы видели, что делать категорически нельзя. Сейчас вас здесь много, пожалуйста, запомните. Это как в кино, да? Если что-то происходит, вы не должны мешать. Ваша ответственность в том, что вы не создаете проблем, а помогаете их решать. На несколько групп по два человека. Моя задача, мой партнер стоит ко мне лицом, я его толкаю, он делает уширом кемми. Я уже с ним рядышком, я стараюсь его догнать, а он старается от меня догнать. Мысль понятна? Вы сейчас будете использовать свои знания по кемми, да, когда существует реальная опасность того, что вас толкает. Второй момент. Когда вас толкают, вы должны широким, вы должны уже готовы быть к этому. Да. Понятно? Для этого вам после кувырка надо сразу глазами искать своего партнера. А то вы упали и уснули. Договорились? Упражнение достаточно опасное, поэтому тот, кто толкает, следит за безопасностью того, кого толкаешь. Понятно? Разобрались? Да, кого толкаешь? Мой партнер стоит. Я его толкаю. И я его толкаю. Он падает не только тогда, когда я его толкаю. Мысль понятна? Если ваш партнер кувыркается быстрее, сильнее и дальше, чем вы бегаете, он молодец. Главное, безопасность. Так, какие тебя еще нет? Приготовились? Ты через это прибежишь? Давайте, начнем. Вперед, умро! Самое опасное здесь, это если вы будете падать на пол. Да? Тот,
кто боится этого, пожалуйста, сделайте другой вариант. Просто вот я стою, сделал съемку руками, а мой партнер через меня сделал руку. То есть здесь одно из важных моментов, это сама страховка, которая называется боковая. Что значит боковая? Мы с вами делали назад, мы с вами делали вперед, а теперь представьте, что сзади у меня стена. Я не могу назад. Я делаю в сторону. Мысль понятна? Да. Делаем ее. Есть возможность контролировать партнера и каким-то образом помогать ему через себя перелетать. Если нет, то просто делаем йогу, и ваш партнер там через бревнышко делает кувырок. Давайте. Стояние про дистанцию. Сделает проблему для себя и для других. Сейчас будем делать майя у геми. И в этом направлении. Оценивайте опасность, что может произойти с вашим партнером, который спереди, сзади, отовсюду. Что самое опасное может произойти? Кто скажет? Пяткой в нос. Пяткой в нос, согласен. Вчера было. Вот. Поэтому, пожалуйста, когда делаете кувырки, свои пятки не разбрасывайте. Ваша группировка, это ваш... Это все вместе с вами. Понятно? Второй момент. Пожалуйста, смотрите, куда делаете. То есть в этом сейчас ваша опасность. Сделайте то, что вы умеете, то, что вы тренируете, но достаточно в стрессовой ситуации. Друг напротив друга и в толпе. Мысль понятна? На счет пробую эч. Вернулись, развернулись. Ни. Са. Пожалуйста, сядьте и сидите тогда. Значит, вы были невнимательны, вы пришли не на семинар. Еще раз повторю, руки подняли, кто не знает, что делать. Пожалуйста, сядь тогда вот с краешку, посмотри, что делать. Заместо него поставь кого-нибудь. Это ваша ответственность. Вы находитесь на... Каждый раз, находясь на тренировке, вы осознаете небезопасность происходящего. Готовы? Эч? Сейчас садимся. Молодцы, садимся. Самые старшие, пожалуйста, проверьте инструктора, все опытные у нас. Пацаны. Готовы? Слушай внимательно. Сейчас счет будет ускоряться. Я буду работать по последнему. Мой счет заканчивается, я смотрю, что кто-то уже встал на следующий счет. Понятно? Эч! А вот теперь представьте, если я буду считать до 20, у вас появится вот такое состояние. Да, вы начнете терять координацию, и
ваша опасность будет увеличиваться, того, что вы столкнетесь с каким-то... И вот во время такого плана тренировки вы учите свой вестибулярный аппарат, и после того, как вы это сделали, вы должны стоять ровно и уверенно. Понятно? Это мы еще только Майя Укеми с вами рассматриваем. А теперь разворачиваемся у Ширы Укеми. Все, глаза сзади появились. Так, вот здесь вот мне не очень нравится, что вы вдвоем близко стоите. Смотрите, у Ширы Укеми оно не должно заваливаться ни направо, ни налево. Вы должны вот как на одной линии стояли, так на этой линии и обратно встать. Мысль понятна? Речь? Кай. Рано упал. Как, кто из вас рано падает?
Поэтому укеми, ваше укеми, это постоянное напряжение. Да, это постоянный контроль. Молодец. Все, по возможности, мячики какие есть сейчас. Можно сделать, чтобы у вас было трое. Не по двое, а по трое. Давайте. Теперь я указываю. Вот у вас будет тот же самый, только вы добавляете еще вот это движение. После этого вы его раз разворачиваете. Сложно? Ну, можно. Еще раз. Мячик. Теперь смотрите, переднее колено мое, правое, да, видно? Оно уходит назад. Я делаю такое же вращательное движение, которое мы с вами делаем. Встречаю своего партнера, вытягиваю его. После этого подхожу. Ну, можно делать ему еще и болячку какую-нибудь. Вот, можно здесь зафиксировать. Раз. И теперь шаг вперед. Развернули. Все это время мой партнер контролирует контакт. Здесь движение в него, если он отпустит, атака. Здесь это замещает нам мяч. После этого я работаю локоть. Разворачивается мой партнер и фиксирует. Пробуем? Давай, давайте так же. Моя задача в рамках одной тренировки, семинарской тренировки, да, показать вам какого-то плана другое направление вашего же развития. Да. К сожалению, я не могу на одном и том же упражнении много времени посвящать, поэтому я лучше покажу вам несколько, и будет возможность, вы их будете повторять. В первую очередь, еще раз повторюсь, посмотрите, как мячики вас отвлекают. Да? Почему, например, родители запрещают вам чем-то пользоваться игровым, там, или телефоном, или еще что-то? Потому что ваше внимание очень сильно переключается на что-то. Поэтому, если есть у вас мячик, и вы можете спокойно, не трогая его, не катая, да, а спокойно, чтобы он был рядышком с вами присутствовал, это тоже ваша тренировка. Не может он никак, он его не может. Нужно на него смотреть. Просто поймите, что вы слабы по отношению к этому предмету. Ваша слабость в том, что он вас контролирует. Ваше внимание, да? Ваши действия. Вот это вот обычный метод. Он ваш контролирует. Просто вдумайтесь об этом. Не вы его контролируете, а он вас. Соглашусь? Да? Все равно что-то происходит, какая-то вибрация. Что-то надо делать. Что он в руках, Маныш? Ай, теперь, пожалуйста, успокойтесь. Не можете с мячиком совладать, отдайте соседу. Сложное упражнение. Но Айхан. То есть движение разворот. И здесь уже. Еще раз. Стоп, стой. Опять вернулись. Снизу под локоточек. Вернулись. Попробуйте. В чем сложность? Кто сможет сейчас выйти и повторить? Ходи. Подожди. Давай, вот тебе уке. Такой же, как у меня. Давай, давай, иди дальше. Дальше опускаешь руку и больше назад. Уходи назад, уходи назад. Только попытайся не использовать вторую руку, она сейчас тебе не нужна. Важно только эта точка. Хорошо, еще раз смотрим все. Как зовут? Вот Настя, с первого, вторую руку не нужно тебе, просто ты ее, да, чувствуешь. И уходи назад. Вот.
Настя, слава богу, и мне очень это понравилось. Сразу это показала. Надеюсь, у вас у всех так же все получится. Давайте пробуем. Чем пробовали сам? Фиолетовый. Так, фиолетовый. А, руки поднимаем. Я видел. Раз, два, три. Да, у нас хорошо, это хорошо, у вас немного. Так, кто-нибудь из вас один идет в стрелке и показывает любимую технику, которую нам получается лучше всего. Давайте. Да, любую, любую, любимую, любимую, любимую. Я сейчас можно не брать. Бери, убей себе уже. Объясняешь ему захват, какой он там или какая атака. Хорошо. Повторяешь то же самое. Ай, теперь дай этот мяч. Техника та же, мы ее сейчас делаем. Нет, не забросайте их мяч. Ничего, подайте их мяч. Теперь все то же самое, нужно вот это тоже. Нет, точка вот такая. Да. И пошел та же техника. Молодцы. Ничего же у вас не поменялось. Единственное, что поменялось, это скорость. Думать стали, как говорится, чуть дольше. Еще разок, посмотри, твоя очередь. И, возможно, Уке стал более податливым и подвижным. Я надеюсь. Хорошо. Молодцы, садимся. Давай. Тоже сейчас буду все делать. Ну давай, выходи, берем вниз. Ну что уж так невозможно сделать. Ты с мячиком или без? Давай. Все правильно, я так. Хорошо. С мячиком будет такой делать. Давай. Нет, ну поменьше, конечно. Айка. А вы видите, что мячик создает вам центр, с которого начинается все действие, которым заканчивается. Это вам видно? Вот на самом деле мячик нужен именно для этого, чтобы вы понимали точки взаимодействия. Хорошо? Спасибо, молодец, красиво, спасибо. Я очень буду рад всех вас посмотреть. Шлите видео, фотографии. К сожалению, вас очень... Счастья у вас очень много, поэтому нам нужно еще маленько доделать. Да? Мячики это хорошо. Все-таки давайте сделаем еще две техники, постараемся их успеть. Они очень важны, важны для вашего роста. Кто может сделать икё ура? Давайте девчонок возьмем, возьми себе уке. Давайте айхан никогда не говорит. Ура. Поменялись. Так, старшие, ну-ка продемонстрировали мне. Так, то же самое, давайте. Спасибо, красиво. Уке. Мячик можно брать? Давай мячик. Ну, все. То же самое, икё ура. Как зовут? Игорь, твоя задача теперь не падать совсем. Возможно, вы слышали, как мы с младшей группой
Вдох-выдох тренировали. Да. Как по-японски, да? Ай! У них слоговая азбука, поэтому у них это все единым слогом идет. И как ни странно, без ударения. Вот, поэтому сейчас еще раз повторюсь, рука моя будет подниматься, моя, не ваша. Да? Пока она поднимается, это вдох. Спины прямые. Если вы сидите вот так, вы жалеете свои ноги, но сильно-сильно не жалеете свои легкие и спину. Почему? Потому что легкие ваши зажаты. Дышите через раз, понимаете? Вам нужно раскрыться, раскрыться, расправить. Теперь представили, что у вас яблоко на голове. Представили? Как только вы начинаете, ваше яблоко становится таким, знаете, вот когда оно пропало, совсем скисло, такое, уже такое сморщилось все. Поэтому давайте вы будете румяными, красивыми, ровными. Вдох. Самое же интересное, я же говорил, что руку-то только я поднимаю. Давайте попробуем еще раз. Это было движение на внимательность. Вдох. Что это не яблоко румяное было, а это уже было такое сморщенное. Поэтому давайте все-таки покажем свою силу с ваших легких. Вдох. Перезрелое яблоко. Нет, поверьте, как говорится, мне только родителей жалко, а так я могу лично это тренировать. Еще раз вдох. Рука коснулась моей коленки, значит звук закончился. Второй момент. Все-таки это должно быть так, что это кияй. То есть это ощущение того, что меня, ну как я уже и говорил, меня должно маленько покачивать от вашего громкого кияй. Договорились? Вдох. Мы еще не закончим. Выровнялись. Вдох. Дышим, выдыхаем. Шовни. Вы. Понравилась тренировка? Да. Никуда не ползем, еще будет команда.